Сегодня 16 августа 2016 года. Никита вернулся из Мамонтова, встречались с хозяином этого дома, покинутого, и стал его обладателем, помогли его приобрести. Ну, сейчас вопрос первый. Вот это такая ветлина рядом, это цемент раньше привозили первый год, и из него вырос из столбушков вот такое. Я говорю, иди узнай теперь, убирать не убирать, ты хозяин теперь. Ну, рядом березы. Мало того, хозяин посадил, бывший хозяин, здесь березняк у него, целая аллейка. Вот стоит, кажется, 14 березок. Мы сейчас с той стороны посмотрим. Это самый прочный дом по Теряевке. Весь хозяин сварщик, и он столько арматуры понавез с другого государства, где там был. Ну, все это заброшено, он разобрал, когда уезжал. Но дом, это не фундамент, дом большой фундамент, там подвальный этаж большой, большой. Он пчел держал. Это вот его такой куст черемухи брали мы. У него там вверху это все, вот это вот, повали маленечко, чтобы видно было, крапиву двудомную. Просто руками или как, повали, чтобы видно было, во. Вот, следующую. Вот видать, дом какой большой, он на два этажа, второй этаж у него тоже жилой. А третий там чердак у меня. С одной голуби. А ну-ка, урони это. Это огромная конопля. Один ствол, наверное, такой, да? Огромный. Отломи его под корень. Под корень там ломани. Чтобы людям показать, какие у нас растут растения. Просто перегни в этом месте или рвани. Один корешок конопли не может молодой человек вырвать. Обломи его в конце в самом. Под корень наступи. Ты его сломил-то не на середине где-то? Ну, не смог. Вот смотрите какой. Вот примерно вот такая высота его. Дальше мы там целое поле повалили. Придумали конопляное масло. Это так вкусно было. А сейчас все это конкретно является наркотиком. Ну вот, снаружи показать дом. Дом снаружи-то большой, а внутри там комнаты есть. В этом доме жили люди, тоже радовались и грешили, все было. С сегодняшнего дня помаленьку будешь сюда перебираться умом. Как, что делать, сначала тот отстроит. Ну все, смотри, какие березы огромные. Березы неприкасаемые. Это... Обрубить сучки можно, обрубить он повыше, чтобы окна-то были видны. Залезть, отпилить, как ты это умеешь делать. Ну и все пока. Вот эти деревья лежат, это опалубка делать, кольца бетонные. Это все научишься делать. А это у тебя тут был сеновал, может будет у тебя корова. Все на этом. А второй дом Пащенко, вон там, видать, на той стороне. Вон там, видать, вот. Что-то меня я не могу показать. Только крышу видно его и все. А, вон она, крыша. Все, пока.